вот здесь когда-то был тракторозаводский рынок большой. Вот от него остались такие, как бы, заасфальтированные места. Заасфальтированные места что осталось от этого рынка. Вот остался от него вот такой вот кусочек небольшой, а весь основной рынок был разрушен. Вот такой вот торговый комплекс, реконструкция хотели, реконструкцию вот такую хотели сделать. Вот вы видите, вот, вот такую вот реконструкцию, но ни хрена у них ничего не получилось. Сейчас пройду обратно. Сейчас пройду обратно по этому рынку.
И вот эта вот фигня тоже накрылась медным тазом. Тут тоже все закрылось. Все разбито, все разрушено. Можно тут повредить себе все ноги. Вот такие вот штуки. Вот рынок разрушенный. Такая вот у него реконструкция была, проект реконструкции, и вот что получилось.